В Глубоковском районе прошел фестиваль тюркской культуры «Улы-Дала-Сазы». На мероприятии художественные коллективы региона восхитили гостей своей прекрасной музыкой и творчеством. Зрители с удовольствием приняли участие в празднике, насладились культурной насыщенной программой и спортивными мероприятиями. В этом году мероприятие, впервые организованное в селе Уварово, открыл аким района церемонией зажжения факела спартакиады по национальным видам спорта. От всей души поздравляю вас с таким замечательным праздником – Днем национальных игр. Такого праздника в нашем районе не отмечали 30 лет. Здесь собралось множество гостей, спортсменов. Мы желаем им удачи, всем хорошего настроения. На праздничной ярмарке была представлена различная продукция – мед, кумыс, а также изделия мастеров прикладного искусства. Я привез сувенирную продукцию на фестиваль «Улы-Дала-Сазы». Я изготавливаю изделия в национальном стиле из природных материалов. В настоящее время наши национальные ценности и ремесла забываются, и я хочу возродить древние традиции, способы создания предметов обихода, как делали наши предки. И я рассказываю о традиционных способах изготовления, для чего применялись те или иные вещи. Зрители также стали свидетелями соревнований по кокпару. Победителям были вручены призы, а среди детей были проведены соревнования по национальным играм. В рамках спартакиады по кокпару первое место заняли спортсмены из Жарминского района, второе место – Глубоковский район и третье место – Уланский район. Очень интересное событие, эта практика будет распространяться на все районы. Это где все казахстанцы именно объединены одним целым нашими ценностями, этим межнациональным единством, игры спорта, творчества. Здесь шикарное открытие. Спасибо вот организаторам, особое акимату всем Глубоковского района, акиму Глубоковского района Эльдару Лубековичу, потому что очень душевно, со вкусом, без большого пафоса, но большая ощущается радость. Действительно, люди вместе, люди общаются. После пандемии это очень актуально, именно восстановить вот это вот общение, когда люди были разделены всевозможными правилами. А сейчас действительно праздник жизни, очень прекрасно находиться здесь и видеть все это. В общем, поздравляю всех казахстанцев, глубочан с этим праздником. Енді осы спартакиаданың аясында. Сегодня мы проводим в селе Уварово 8-й фестиваль тюркской культуры под названием «Улы-Дала-Сазы». Мастера Уланского района, Шемонайхинского района, нескольких сел Глубоковского района, а также Усть-Каменогорска представили свои изделия, а также творческие выступления публики на фестивале «Улы-Дала-Сазы». Праздничный фестиваль завершился зрелищным фейерверком. Алексей Сафонов, Каракаджик Сылык КЗ, Мейрасхатулы, Алтай Акпарат.